Масленица – древний славянский праздник. Наши предки посвящали его языческому богу солнца. Отсюда и символ масленицы – круглый блин. История, обряды и традиции масленичной недели очень разнообразны. Поэтому, чтобы подрастающее поколение познакомились с ними поближе, сотрудники Десногорского историко-краеведческого музея провели для детей веселое и познавательное мероприятие. Будем в игры играть, хлебом с солью всех встречать. Будем зиму провожать. Да весну красну встречать. Детей знакомили с обычаями масленицы, с названиями дней праздничной недели, у каждого из которых есть свое предназначение. Например, понедельник – встреча. В этот день выпекали первый блин и начинали изготавливать чучело. Вторник – заигрыши, день гуляний, а среда – лакомка. Четвертый день – четверг, и называется он «Широкий разгуляй». То есть до этого у нас был заигрыш, а теперь «Широкий разгуляй». То есть нужно было уже вот здесь веселиться прям на всю, как говорится, катушку. Сотрудники музея познакомили детей не только с историей масленицы, но и воспроизвели для них обряды праздника. Бег в мешках, прыжки через импровизированный костер и другие веселые игры и конкурсы. Такие забавы пришлись по душе всем детям. Каждый участник праздника получил прекрасное настроение, заряд бодрости и, конечно, знания. В завершение мероприятия всех детей угостили блинчиками и чаем. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.